Добрый день всем. Продолжаю собирать свой легендарный мотор. 1Е40 МБ. Немножко запчастями запашки. Ну, чуть-чуть не то. Ерунда, это все доделаем. Но у меня вариатор нашел. Бушный старый в закромах. От Ямахи Джок. Когда-то ковырял. Пацанчик привез. Новый варик. Ну, не захотел ставить, что-то ему не понравилось, что типа китайский лучше заводской. Остался. Токарем немножко дырочку увеличили, так он подходит нормально. Вот. Вот Илюхин вариатор. Ну, побольше получается. Он не влазит. Вот размеры этого вариатора. И это вот сравните. Надо будет токарю опять занесу. Такое. Где-то по миллиметру надо счесывать. Ну, не становится он больше. Крышка мешает, там, храповик. Ну, система. Вот. Ну, я занесу, он, думаю, сделает. Все это ерунда. Вот такой вот китайский 3KG, ну, ямаховский мотор остался. Там вроде бы вал на 13, или как, не помню уже. Остался. Стокером протащил немножко дырочку. Ну, для заводки нормально пойдет, но я хочу все равно вот этот Илюхин поставить в вариатор, потому что тут такое охлаждение больше будет. Вот, его надо уменьшить. Только разнесу, он сделает такие вещи, он может. Просто сегодня некогда было, а мне завтра ехать обратно на работу. Немножко приехал тут буквально на сутки. Вот. Ну, это ерунда. Завтра несу. Приеду в следующий раз, заберу его. Вот. Так. Будем ставить сейчас вот такой. Вот. Шкив. Ну, для того, что я хочу завтра дым пустить уже. Практически все готово. Мотор завтра поставить. Ну, максимум полчаса меня займет. Отмыл крышку. Вот, сейчас помажу кикстартер. Вот так чистенько все. Вот. Крышка родная. Вот такая вот у меня маркировочка тут всякие есть. АВМ. Нет, скутер был АВМ. Крышка, вот маркировка АВМ. Такая. Ямаховская, что говорят, не знаю. Подходите под Ямахи. Не пробовал. Честно, от Ямахи ставить. Вот, подшипник там новый стоит. Здесь. Я менял его в прошлом году. Вот. Еще ни шатки. Ничего нету. За эту жизнь было только жизнь открутился колокол. Когда ехал в Минск. Вот, я там по-быструхе собирал. Некогда особо было, ну, ремонтировать, потому что спешил очень. Не зажал, был колокол. Было, открутилось, видно, перед Минском чуть-чуть. Я услышал гул в городе самом уже. Но я уже поленился. Вот. Доехал кое-как до места назначения. Вот немножко потерло, видно, вот, от колокола. Ой, проблема. Я знал, что здесь вал, он не выскочит никуда. Тут ничего не повредило, вот так что все нормально. Вот, все равно я уже поменял сцепление и колокол, и само сцепление уже того же нету родного, который здесь стоит. Вот. Ну, роповичок поменял тут в прошлом году. Вот, ремешок будем ставить. 778, 1728. Вот. Что еще сказать? Корпуса обдува обязательно. Они как бы уже подустали немножко, но все равно что-то доделаю. Саморезами стянул. Будет шикарно. Сейчас немножко протру их. Вот. Все есть. Надо собирать. Вот. Соберу, покажу, видео сниму. Спасибо за внимание.